Подведены итоги конкурса популяризации объектов культурного наследия «Рисую, храню, люблю». В зале театра кукол собралось более 200 участников конкурса и их группы поддержки. Напомним, рисовать город нужно было в двух номинациях – «Край родной, хорош весной, летом, осенью, зимой» и «Наследие времен». Участники – воспитанники школы детских садов от 5 до 12 лет. Также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Члены жюри старались быть объективными, выбирая лучшие работы. Понимание, знание истории и сохранение нашего наследия – это основы, которые позволяют потом нашим детишкам вырасти настоящими патриотами, настоящими любителями и, наверное, защитниками наследия. И это, прежде всего, главная задача. Лауреатов получилось больше, чем организаторы изначально планировали. Как признаются работники Департамента культуры, наградить хотелось буквально всех. Узнала я об этом конкурсе от своего учителя детской художественной школы Татьяны Васильевны. Решила нарисовать имя Академии, так как это здание, мне кажется, очень красивым. Ну, в общем, было интересно рисовать. На сцене победители получили денежные сертификаты и игрушки, символы Олимпиады в Сочи. Я рисовала на синем фоне архитектуру и две кошки. Нам сказали на эту тему рисовать. Выберут рисунок из класса и выбрали мой. Организаторы подумывают сделать выставку работ участников конкурса, чтобы рисунки, объемные композиции и керамические изделия получили вторую жизнь. У нас будет издана целая книга с автографами ребят и с творческими работами. Она, естественно, попадет во все муниципальные образования и будет представлена в книжных наших магазинах. Также в настоящее время практически уже все рисунки у нас оцифрованы, и мы будем выставлять действительно через информационное пространство и на сайте Департамента культуры. В ближайшее время победители отправятся на экскурсию в город Плёс, черпать вдохновение для новых работ на Волжских берегах. Организаторы надеются, что конкурс станет ежегодным. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.